Самый титулованный гонщик России Тимофей Кошарный по прозвищу Тимон выиграл третий подряд этап чемпионата России по дрифту в классе «Про». В финальных заездах питерский гонщик на «Ниссане» набрал 13 очков из 20 возможных. Соперником Кошарного был москвич Гарик Хачатрян на «Тойоте». В заездах за третье место победу праздновал Евгений Харитонов на «Тойоте». Прошлогодний победитель чемпионата в этом классе Андрей Богданов не прошел квалификацию. В генеральной классификации с первого же этапа лидирует Тимофей Кошарный.